Син їде на курорт віддихати, і батько йому наставлення дає. Каже: синку, ти дивись, там жінчин много, я розумію, будеш там гуляти, ну тільки з умом гуляй, з умом, щоб без того, без резерватива, не дай Бог, на жінчину не залазь. Бо підхватиш, не дай Бог, якусь заразу, потім привезеш додому, жінку свою заразиш. А від жінки там, гляди, я заражусь. А якщо я заражусь, то я їй мамку заражу. А ти знаєш нашу мамку? Піздець, це село вимре. Пошли три монашки купаться на озеро. Приходят, а там настоятель монастыря голый плавает. Выходит, они так смотрят, у него между ног какой-то для них незнакомый предмет болтается. Они говорят: святой отец, а что это? Он говорит: это грехоизмеритель. Если хотите, могу показать, как он работает. Но они, нам интересно. Ну, он каждую по очереди в кусты завел, показал, как он работает. Они остались довольны, идут домой, обсуждают это, встречают старую игуменью и рассказывают ей: вы знаете, вот он батюшки, там такой грехоизмеритель. Она говорит: вот старый черт. А мне говорил Божий леденец. Женщина приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, у меня с мужем уже не те отношения, что-то он слаб стал, вообще слаб. Надо, наверное, какую-то операцию может сделать, я не знаю, или какие-то, может, препараты, что-то ему надо. Говорит: успокойтесь, дорогая, говорит врач. Как раз получил такие новые таблеточки, которые одна таблетка, и все, у вас муж сразу герой. Вот вам, пожалуйста, берите упаковочку. Она взяла эту упаковочку, ушла, возвращается через несколько дней, к врачу расцеловывает его, тот говорит: ну что, как, помогло? Говорит: да, я ему всю пачку дала, он сразу выпил. И такое чудил, вы знаете, перед завтраком два раза, потом в обед, я думал, все, он четыре раза, потом вечером ужин. Пять раз. Но потом еще раз перед смертью. Анекдоты — это да я. Ты до сих пор не с нами? Подписывайся. Выходят из магазина два мужика. Один так пиво несет, бутылки такие, знаешь, штук 10. А второй за ним две бутылки водки, блин. И тут первый подскальзывается, об порог оббивается, падает. А ты все бутылки с пивом разбиваются. Тот второй так посмотрел и две бутылки об асфальт своих водки. Хрясь, говорит, молодец, блядь, попили пивка. Переполненный автобус, давка такая. И вдруг стоит девушка рядом с ней, мужик. Она говорит: здравствуй, локтем отталкивает. И говорит: ну что вы, мужчина, все время возле меня третесь? Вы что, меня хотите? Она говорит: нет. Тогда отойдите, может, кто-то хочет. Анекдоты — это да я. Подписывайтесь на наш контент, будет весело. Ага, за такая червоная пимпочка вот там внизу. Обхохочешься.